Всем привет, друзья! Меня зовут Евгения, я сотрудник международной компании Skinny Botiki. Хочу сразу задать вам вопрос. Вам нравятся фокусы? Многие сотрудники благодаря работе в нашей компании научились делать очень один интересный фокус. И сейчас один из них я вам продемонстрирую. Для этого нам понадобятся острые ножницы и кредитная карточка. Очень просто. Что делать? Но несмотря на всю простоту этого фокуса, мне пришлось сначала очень много поработать, чтобы ему научиться. И как любое действие, этот фокус имеет определенный смысл. Во-первых, это свобода от долга перед банком. Во-вторых, этот фокус дарит мне очень классное позитивное настроение и чувство легкости. И в-третьих, я теперь могу забыть это неприятное слово «кредит». Меня его больше нет. Когда вы придете к нам работать, друзья, вы очень быстро научитесь делать. До новых встреч. С вами была Евгения.